Диспансеризация за один день для жителей Гаврилов Яма уже не мечты, а настоящая реальность. Теперь пациентам не надо брать кучу талонов и часами выжидать свои очереди в кабинеты, тратя на это время и силы. Необходимое обследование можно пройти за считанные часы в одном кабинете медицинской профилактики, который открылся в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Сделано все в одном кабинете. Все хорошие специалисты. Никуда не нужно ходить, не стоять в очереди с больными людьми. Тем более в наше время это очень актуально. По сравнению, как раньше было, на данный момент очень удобно, уютно, все быстро. Для приема пациентам потребуется только паспорт и полис, а сам осмотр не занимает много времени. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает в себя прием терапевта, акушера, забор крови и снятие ЭКГ. Далее, если потребуется, пациента направляют на осмотр к узкому специалисту. Здесь уже делается фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, УЗИ. И осматриваются или консультируются узкими специалистами, такими как эндокринолог, невролог, уролог, онколог. Все это у нас есть в нашей поликлинике. Мы бережно относимся к нашим пациентам, и поэтому потоки у нас разделены. У нас отдельный вход, и не нужно нигде занимать очереди. Новый кабинет посетила специальная комиссия во главе с заместителем председателя правительства области Анатолием Гулиным. Диспансеризация помогает предупредить многие серьезные заболевания и избежать осложнений. Начиная с 18 лет, осмотр можно проходить раз в 3 года. Гражданам старше 40 диспансеризация положена ежегодно. Чем не раньше мы выявим заболевание у человека, а как раз диспансеризация нацелена на раннее выявление заболевания, тем успешнее мы с ним справимся, с этим заболеванием. Поставлена задача, мы еженедельно будем анализировать ситуацию у нас по области, как район выглядит, как лечебные учреждения проводят эту диспансеризацию. В этом году в Гаврилов-Яме диспансеризацию могут пройти чуть больше 2000 жителей района. 60% из них уже были на осмотре. В отдаленные населенные пункты специальные бригады медиков отправляются по будням и субботам. Никита Белохвостов и Денис Сахаров. День событий.